Привет, народ. Так, сегодня у нас такой мини-обзорчик. Килька в томатном соусе, обжаренная. Так, давайте посмотрим. Кому интересно, ставим паузу. Так, изготовлено по традиционному рецепту. Продукт готов к употреблению. Так, вот такая вот баночка. Вес ее 240 грамм. Только что из холодильника. Так, ну не знаю, будет видно, нет. Так. Еле-еле видно. Так, ну давайте. Она изготовлена в России. Так, так, так. Состав: килька черноморская, нарезанная вода питьевая, томатная паста, сахар, песок, масло, подсолнечная мука, пшеничная, лук, репчатый, соль поваренная, регулятор кислотности, уксусная кислота, пряности, перец, душистый перец, черный, ну и тому подобное. Так, производится город Москва. Так, ну а сейчас давайте вот так, если будет видно, проведу. Ну, скорее всего, ничего не будет видно. Так, ну ладно. Давайте откроем и попробуем. Честно говоря, кушать готовим, но по-быстрому решил вот попробовать кильку и отснять сюжетик. Так, берем в сторону. Ну что, попробуем. И давайте посмотрим. Ну, насчет томатного, я помню, раньше вот консервы были. Там вот в томатном соусе. Там как-то томатный соус был, как томатный соус. А тут как будто вода, ну, жидкость какая-то, такая желеобразная масса, немножко приправлена там томатом, не томатом, но что-то таким. Ну, по камере кажется, как будто нормально, но... Ну, килька такая вот мелкая, некоторые кусочки разломленные, рыбки, я думаю, что не целые, ну, встречаются также и целые. Так, еще разочек попробуем. Ну, что, могу сказать, в принципе, по вкусу ничего, по пятибалльной шкале, по вкусу я поставлю, наверное, 4. Ну, за внешний вид, я не знаю, не больше 3. Внешний вид имеется в виду, как они здесь уложены. Не то, что такие все разваренные. Хотелось бы, конечно, чтобы... А тут даже, смотрите, он с головой. Некоторые были тушки без головы, рыбьи, а вот тут вот с головой прям. Целиком заплыл малек кильки. Ну все, всем пока. Подписываемся на канал, ставим пальцы. До встречи.